В рамках 11-й сессии Совета народных депутатов, состоявшейся в администрации района, было рассмотрено 8 важных вопросов. В мероприятии принял участие глава района Заур Хамирзов. Один из главных аспектов, затронутых на сессии, было исполнение бюджета за первое полугодие 2023 года. Докладчиком по данной теме выступил начальник управления финансов Аслан Дагужеев. Настоящим проектом предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования за первое полугодие текущего года по доходам в сумме 516 миллионов 590 тысяч 209 рублей 62 копейки, по расходам в сумме 510 миллионов 554 тысячи 897 рублей 22 копейки с превышением доходов над расходами в сумме 6 миллионов 35 тысяч 312 рублей 40 копеек. Это отражено и в проекте решения, который у вас на руках. Следующее. Принять к сведению информацию о расходовании средств резервного фонда администрации за первое полугодие текущего года. Как видно из приложения, которое у вас также на руках, в первом полугодии средства резервного фонда в объеме 216,5 тысяч рублей были направлены на проведение работ по ликвидации аварийной ситуации в связи с имевшим место подмывом в результате обильного половодья при мостовой территории моста под улицей Горького в хуторе Игнатьевский. То есть там ЧС не объявлялся, в связи с этим мы направляли туда для осуществления ремонта средства резервного фонда. Кроме того, были рассмотрены единогласно принятые решения, связанные с внесением изменений и дополнений в различные нормативно-правовые акты. На все обсуждаемые вопросы были приняты соответствующие решения.